История Загорянской школы, которая ранее носила номер 1, а теперь является одним из корпусов учебного учреждения номер 20, это история тысячи учеников и выпускников. Сегодня педагогический коллектив работает в тех же стенах, но с уже обновленным номером и современным капитальным ремонтом. В прошлом году здание образовательного учреждения открылось после масштабного капитального ремонта. Позвольте от имени главы городского Гумощёвкова Андрея Алексеевича Булгакова поздравить с этой замечательной датой, 80-летием. Этот год учебный у нас достаточно интересный. Только 1 сентября мы после капа ремонта, благодаря усилиям главы, открывали это здание. И спустя полгода мы здесь празднуем уже юбилей. 80 лет, шутка ли? Здесь работали и продолжают работать преподаватели, чей опыт насчитывает не один десяток лет. Педагогов наградили благодарственными письмами от главы округа. И, конечно, для них звучали самые теплые пожелания от почетных гостей. Такой замечательный юбилей. И здесь вот в истории школы видно, что школа свидетель очень многих исторических событий. Хотел бы пожелать вам дальнейших творческих успехов, чтобы ваши ученики были гордостью. Памятные подарки, творческие номера и благодарность от любимых учеников – вот все, что нужно преподавателям для дальнейшей плодотворной работы. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.